Привет всем! Сегодня снова откачиваем мед. Вот такие вот рамочки. С этой стороны. Вот такие вот рамки, полные меда. С одной стороны и с другой. И в гнезде вот сейчас вот такой вот расплод. И вот с другой стороны рамка тоже вся полная меда. И продолжает цвести гелиотроп. Таким вот прям шапками он цветет. Тут кустики. Тут вот все один кустик. Такая вот махалка цветов. И вон сколько много побегов можно еще начеренковать. Потому что некоторые занимаются именно черенкованием гелиотропа. И он очень ароматный. Аромат просто вообще шикарный. Такие вот цветочки. И по краю огорода у нас растут кабачки. Здесь они такие вот не прополотые, потому что жарко. И лучше они пускай растут так немножечко в зарослях. От солнышка будет им больше влаги будет сохраняться. Растут здесь всевозможные кабачочки. Вот и желтые тоже. Такой вот желтенький кабачок есть. И дальше тоже кабачки вот такие вот. Надо, конечно, пройтись немножко их прополоть. Прям заросли мы здесь. Да здесь такой вот крупненький прям кабачочек. Большинство вот именно желтеньких. Здесь вот такие вот желтенькие. Кабачки. Все это на корм животным, поэтому уже на что хватает сил, затем ухаживаем. А здесь уже что вырастет, то вырастет. Здесь тоже такие желтенькие, симпатяшки. Ну, в принципе, везде. Видите, тут тоже вообще уже огромненькие есть. Хрюшки будут довольны. Тут и зелененькие вот есть на жарку. Сейчас нужно совершенно спокойно срывать. И здесь вот кабачочек. В общем, кабачки очень даже неплохие в этом году. И здесь вот тоже такой красавец подсолнух. Целую неделю пчелы носят мед. И вот так вот каждый вечер дуют, гоняют лишнюю влагу. Вот видите, как они выбегают из домика. И вот так вот сидят на прилетной доске. Сейчас скоро будет дождь. Целую неделю нету дождя, поэтому сейчас уже сухо. Все засохло все. Жарко очень. Здесь вот так вот сидят даже на самом домике. Под домиком немножечко сидят.
небо вот такое все темное стало. И везде чувствуется запах меда, нектара. Аромат стоит на пасеке. А вот этот вот дует больше всех. Вот там вот висят немножечко. Собрали землянику, получается, и мелкоплодку собрали. Получается, белоснежка, вот эта лесная сказка, всю. И несколько еще такой обычной вот этой клубники тоже собрали. Постепенно ягоды наливаются, спеют, и продолжает она у нас цвести. И вот таких вот три вместе растут амаранта. Просто вообще одним таким единым целым они стали. Очень-очень красивые. Смотрите, какие длинные у них хвосты. Просто вообще бомбезный цветок. Такие вот косы. Даже жалко, что это все затем замерзнет у нас. Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. И вот так у нас на нашу ранетку налетели дрозды. Вот так они все. Где склевали, где не склевали. Вот такая у нас красота получилась. Столько ранеток нападало. Но еще осталось здесь маленько. На полукультурке на этой. Вот такая. Уже чуть-чуть, уже осень. Просто вышло. Думаю, дай-ка засниму такое чудо. Такое чудо вот. Сейчас соберем. У нас свинки хорошо едят эти ранетки. Вот такие. Вот они как едят. Красивые красные, желтые. Как и аромат от них, как будто яблочки. Яблоневый такой аромат. Падают. Осень пришла, падают. Крупненькие есть экземпляры. Некоторые даже падают и раскалываются. Столько нападало. Лет
Летят, летят, и сейчас даже падают. Дожди идут, каждый день дожди. Вот. Звено там красиво, как смотрится. Все будем собирать. Будем собирать. Еще цветет, зацвел такой цветочек. Вот такая вот у нас погода сегодня, 19 августа. Идет дождик сейчас. Сегодня один домик посмотрели до дождя. И вот сейчас будем сливать мед.